А у нас в квартире газ. А у вас? Сегодня трудно представить комфортную жизнь без газа. Голубое топливо используется для приготовления пищи, с его помощью отапливают помещения и нагревают воду. При этом каждый собственник, кто пользуется газовым оборудованием, обязан заключить договор на его обслуживание, независимо от того, в квартире вы проживаете или доме. А согласно 410-му постановлению от 2013 года, у всех абонентов должен быть ежегодно заключен договор на техническое обслуживание на каждое газовое оборудование, на плиту, на котел, на колонку, если такая имеется. Мало кто знает, что отсутствие договора на обслуживание газового оборудования, а также недопуск сотрудников специализированных организаций к его обслуживанию является основанием для приостановки подачи голубого топлива. Абоненты, кто-то отсутствует, кто-то отказывается предоставить доступ. Эти данные мы передаем руководству. Руководство будет вносить решение вплоть до того, чтобы отключить газопровод в подземном исполнении путем установления заглушек. То есть будут вестись работы по раскопкам, соответственно, это и сварные работы. То есть, ну, для абонента, так сказать, это просто лишние трудности. Как бы хотелось бы на самом деле, чтобы просто предоставили доступ, это будет, ну, куда проще. А еще лучше заключить договор. Подать заявку на заключение договора о техническом обслуживании газового оборудования можно в любом филиале Мособлгаз, а также в лицензированных компаниях, которые имеют документы, подтверждающие подобное право. В Мытищах это можно сделать по адресу улица Белобородова, дом 6. Екатерина Шарыпова, Денис Корнев, Первый Мытищинский.